В Армавире по этому случаю устроили парад юных спортсменов, а после на центральной площади города начался большой концерт. В это же время рядом в сквере развернулась выставка работ детского творчества. Поздравить маленьких кубанцев с праздником в Армавир приехал руководитель региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов. В основе любого праздника, по крайней мере на Руси и на Кубани, лежит семья. Крепкая семья. А, конечно же, основа семьи, ее продолжение – это дети. Счастливые, здоровые. И задача нас, стоящих на этой трибуне, сделать так, чтобы детки выросли таковыми, чтобы у них были детсады, чтобы у них были школы. Ребята, ну а вам в этом случае, конечно, только остается подтверждать свои таланты. А вы очень талантливы, я в это верю. На Кубани нет, как и в России, не талантливой молодежи. В этот солнечный и яркий день. С праздником! Вам, ребята, повезло родиться в очень красивом, я бы сказал, самом красивом городе Краснодарского края, Армавире. Вы счастливые в этом плане. Я искренне желаю, чтобы вы делали его и дальше красивее, чтобы жизнь ваша была счастливая. Всего вам самого доброго. Рабочий день исполняющего обязанности главы Кубани сегодня прошел в Армавире. Состоялось там и краевое совещание по вопросам промышленности.